сочетает в себе уровень комфорта магистральных лайнеров и экономическую эффективность в лучшую классе совместных аналогов. В этом году в рамках масштабной стратегической экспозиции филиал корпорации «Иркут» региональные самолеты представляет 20 самолетов «Суперджет-100». Впервые гости салона могут увидеть новинку «Бизнес-джет» с дополнительными топливными баками, увеличивающими дальность полета до 7200 км. А также на статической стоянке можно увидеть «Суперджет» авиакомпании «Россия», которая стала крупнейшим эксплуатантом этих лайнеров. В небе «Манса» выполняются показательные полеты на экспериментальном «Суперджет-100» с бортовым номером 95005 в ливрее компании-производителя. Самолет был впервые представлен публике в сентябре 2007-го. Уже через год состоялся его первый полет, а в коммерческий рейс он отправился весной 2011 года, то есть уже чуть более 10 лет тому назад.
самолете установлены двигатели ЦН-146, производимые совместно Российской объединенной двигательно-строительной корпорации и французской группой «Сапан».